упражнения направлены на развитие больших ягодичных мышц. Упражнения также участвуют в грудных приводах и мышцы, приводящие мышцы бедра. Исходное положение. Стоя. Ноги расставлены широко, стопы под углом 45 градусов. Колени смотрят в сторону носки. Спина прямая, подбородок чуть прямой, взгляд вперед. Гантель держит в опущенном руках перед боком. Движение осуществляется вверх-вниз. Выдох происходит при подъеме, вдох при опускании. Техника снимаем. Стоя в исходном положении. Начинайте сгибание тазобедренных и коленных суставов. Носки, колени должны смотреть в сторону носков, угол в нижнем положении должен составлять 90 градусов коленных суставов. Спина должна быть прямая, не отводите таз назад, не... колени не должны смотреть внутрь. Движение осуществляется в среднем темпе. Нижние точки можно задержаться на 1-2 секунды.